Всем привет. Вчера вы мне сказали, что было очень грустное видео и очень печальный фон. Вот я специально сегодня заказал себе коктейльчик. У меня вишневый, клубничный. И постараюсь порадовать вас фоном. Но на самом деле говорить буду не об этом. Как я вчера сказал, мероприятие называется «Только вперед». Почему это так важно? Потому что когда вы четко представляете, какая перед вами стоит цель, только тогда вы сможете дойти. Знаете, можно видеть множество компаний, которые были прекрасны, но которые сейчас находятся нигде. И есть немного компаний, которые движутся вперед, потому что у них есть цель, есть стратегия. Чем компания отличается от человека? Да абсолютно ничем. И человек, и компания должны четко представить, куда они хотят прийти, чем они хотят заниматься, что они хотят делать. Каждый день я задаю себе этот самый вопрос, и каждый день я пытаюсь найти ответ. Мы разберемся вместе с вами, что мы конкретно будем делать, чтобы дойти туда, куда нужно. До встречи. А с вами был Роман Дусенко. Пока.